Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 House. Так, воля демонов. Я думал, кстати, это была последняя голова. Ну ладно. Воля демонов, да где? А, они же точно должны успеть это... Кровь хапануть демонов. Если пророк не ошибся, то лагерь боевых топоров лежит как раз за этим гребнем. Пора готовиться к бою. Ты прав, Карн. Я и представить себе не мог, что однажды подниму меч против своих же братьев. Помни, Трал, чтобы спасти своего друга Задиру, ты должен заключить его душу в камень и принести его обратно в лагерь. Только так мы сможем освободить Грома от власти демонов. Я ценю вашу помощь, мисс Праудмур. Но... никогда не думал, что наступит такое время. Как и я. Что ж, я возвращаюсь в лагерь. Постараюсь помочь вам. Удачи, господа. Вокруг тебя неистовствуют духи, юный вождь. Он вокруг молота уже дух какой-то крутится там. Твою скорбь. Керн, Задир дорог мне как брат. Им и его кланом завладели демоны, и будь я проклят, если не спасу его. Так. Займемся этим. Надвигается Лотаругар. Так. Сколько у меня? 25 000. Так. Теперь вот так. Чё надо, хозяин? Надо. А, вот у меня еще что есть, ё-моё. Да. Хорошо. Все, блин, ладно. Займемся этим. Давай-ка сюда обойдем сначала. За честь. Да. Гляну я, что здесь у нас. Да. Дабу. Они же крови испили гораздо мощнее. Исследование завершено. Час пробил. За честь. Исследование Никто завершено. Никто не уйдет. Дабу. Духи не знают усталости. Давай. Исследование завершено. Мы сможем, успеем. Успеем. Локнарош. Час пробил. Сейчас посмотрим, что у нас здесь хранится. Займемся этим. За честь. Да. Давай, давай. Я Шлея, мой юный друг. Духи не знают усталости. Давай, давай, давай. Никто не уйдет. Завершено. Час пробил. Никто не уйдет. Издалека хренаще. Лохтаругар. Постройка С завершена. С нами, мать земля. Исследование завершено. Угу. Нужна древесина. Блин. Сейчас будет тебе древесина. Я вождь. Лохтаругар! Нас атакуют! Не, это еще не атака, вы чё? Исследование завершено. Займемся этим.
Блин. Враги напали на город наших союзников. Духи не знают усталости. Хозяин? Я вождь. Давай, 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 хренач. Пушку хреначьте сначала. Враги напали на город наших союзников. Да чё ты, блин? Ты людская собачонка! Теперь мы служим только легиону! Духи не знают усталости. Охренеть, вон оно ещё как. Блин, блинский. Наш город напали. Чего хочешь? С удовольствием. Займем здесь буря. Табу. На. В бой. Да. Так. Иди сюда, бери. Тут у нас, значит, жизнь. Угу. Так, стоять. Хорошо. Да. С удовольствием. Что у нас случилось? Небеса охвачены пламенем. Это не просто буря. Великие предки. Держитесь! Твою мать. Еще и эти сейчас будут точно козлины, блин. Мешать нам. А нам надо еще источник жизни там отбить будет. В бой, мои воины! Мы должны добраться до Задиры, пока еще не поздно. Че, еще на время, не дай бог. Я ненавижу время. Табу! За честь! Да! Лохан напали на город наш союзников! Хорошо! Я вот наш город напали! Лотаругар! Давай! Духи не знают усталости! Моя жизнь принадлежит Орде! Твою мать! Смелее, мой юный друг! Никто не уйдет! Ай-яй-яй! Я как не люблю вот это вот. Моя чего хочешь? Принадлежит Орде. Да-да. Дело сделано. Угу. С удовольствием. Дело сделано. Вот здесь пили. Духи не знают усталости. Ах, купил. Да. Хорошо. Моя жизнь принадлежит Орде. Лохтаругар. Да иди ты нахрен, ты появляешься прям в середине, что ли? Где? Чё надо, хозяин? Да-да. Я вождь. Исследование завершено. Дело сделано. Исследование завершено. Дело сделано. Да.
С удовольствием. Духи не знают усталости. Чего хочешь? Нужно золото. Иди нахрен. Ну-ка. Ладно. Че надо, хозяин? Дело сделано. Да-да. Иди чини. Чего хочешь? Нужно золото. Хорошо. Я вождь. Займемся так. Этим. Даже не знаю, ну пойдем сюда, наверное. Дабу. Бля, думаю, сейчас... Дело сделано. Угу. Локтар-Угар. За честь. Опять нападение, да? Да. Хм. Дело сделано. За честь. Враги напали на город наших союзников. Исследование завершено. Исследование никто завершено. Да. Давай. Дело сделано. На. Давай, давай, хренач. Правильное решение. Смелее, мой юный друг. Вот так. Тар-Угар. База ихняя, небольшая. Нас атакуют. Духи не знают усталости. За честь. Дабу. За честь. Давай. Локнарош. Дабу. На. Я вождь. Исследование. Никто не уйдет. Замерзли власти. Бой! Да его мать! Дабу! Да! Где у меня работяга? Да. Чини! Угу. На, вот тебе! С удовольствием. Вот здесь вот еще одну построй! Чего хочешь? Да-да! Я много чего хочу! Нужно золото. Чё по золоту? Я вождь. С нами мать-земля. Займемся этим. Так, чё это? Свиток защиты. Надвигается буря. Я вождь. Никто не уйдет. Хм. Час пробил. Маска смерти. Ну вот сейчас-то, мне кажется, тебе смелее, надо будет. Мой юный друг. Локтар-Угар. Давай. Дело сделано. Враги напали на город наших союзников. Не знают усталости. Буря. Хрен там, да? Сильно мощно. Локтар-Угар. Так. Поэтому нам нужна армия. Дело сделано. Нужно золото. Стоит идти? Стоит. Стоит идти? Исследование завершено. Ну давай хотя бы еще одного убей. Локтар-Угар.
Честь. Вот так вот. Твари. Угу. Моя земля принадлежит Орде. Так, у меня кроме деревьев-то остальное-то, да? Где? Где ты, падла, приземлишься? Нас атакуют! Да. Я вот. Чего хочешь? Иди чини. Бей! Стремимся, мой юный друг. А мои старые кости. Немедленно. Исследование завершено. Хозяин? Блин, кого-то потерял, да? Исследование завершено. Угу. А как мне это все доставило? Так будет долго, потому что мы будем через источники идти. Враги напали на город наших союзников. На город наших союзников. Блин, да там тоже, да? Неплохая база у них. Тут-то я вроде все разбомбил. Враги напали на город наших союзников. Жизнь принадлежит Орде. Да, это последняя миссия у орков, поэтому, наверное, такая муторная. Займемся этим. Я вождь. Чего хочешь? С удовольствием. Постройку, чтоб ты сделал. Угу. А ты ему помогал в этом. Сделаю. Тебе что, здесь нету дерева, что ли? Так, отсюда мы вышли. Духи не знают усталости. Ух ты. Ну, можно, по идее, налететь и один раз разгромить их нормально, чтобы они... Я вот. Дело сделано. Никто не уйдет. Чего хочешь. Вот так. Дело сделано. Че надо, хозяин? Хорошо. Ну давайте. Займемся этим. Попробуем вон там разнести немножечко. Хотя мне нужны катапульты, по идее. Хм. Ух ты, куда я бегу? За честь. Час пробил. Ой, сильно крошат. Достиг гор. Давай, давай, давай. Хм. За честь. Блин, золото на 25. Давай к источнику жизни. Yeah.
Есть одна задумка, как золото, там можно побольше-то сделать. Правда, оборонять. Напали на город наших союзников. Запаримся. Да. Так. Исследование завершено. Давай, вот. Угу. Ты пока здесь стоишь. Домик сваргань. Чтоб не просто стоял. Готов к кралам. А вот что ты. Надо, хозяин? Нужно золото. Бля, а сколько надо? 450. Давай, сейчас. Готов скалывать. Хорошо. Духи не знают усталости. Угу. На наш город напали. Сделаю. Локтар-Угар. Дело сделано. Да. Держись пока. Враги чего напали хочешь? На город наших союзников. А ты его здесь сделай, переднюю, чтобы все могли долбить, хреначить ее. Так, мне что надо? Одну катапульту хотя бы, да? Две лучше. Враги напали на город наших союзников. С удовольствием. Нужно золото. Ну давай, золото, так золото. Нужно золото. Да-да. Вы держитесь там? Ну смотрите, держится, у них-то ни хрена ничего не поменялось. Мы сейчас почистим у себя тоже немножечко. Чего хочешь? Нужно золото. Ну ладно. Дело сделано. Так. Да. Правильно. Враги напали на город наших союзников. Займемся этим. Хм. Вот так вот. Геморрой нас ждет хороший. Напали на город наших союзников. Это уже с другого края, смотрите. Угу. Дело сделано. С удовольствием. Ноют старые кости. Чего хочешь? Да-да. Сейчас захреначим, подожди. У нас там что за золотом-то? 15 тысяч. Маленько. Дело сделано. Нужно золото. Сейчас будет золото. Готов? На наш город напали. Сделаю. Ну вот. Дело сделано. Блин, не на ту напал-то, да? Дело сделано. С удовольствием. Готов сейчас. Вкалывать. Да. Да-да. Давай сюда. Чего ты. Чего хочешь?
пушку хочу. Сделаю. Готов вкалывать. Че надо, хозяин? Хорошо. Мне нужна оборона, чтобы меня никто не тревожил здесь. Нужно золото. Угу. Сделаю. Вот так вот. Здесь пока все нормально идет, все хорошо пока идет. Ну вот смотрите, ну неплохо же напали. Надо помочь? Надо? Надо. Никто не уйдет. Дело сделано. А куда бежите? Враги напали на нас, пробил союзников. На. Смелее, мой юный друг. Дело сделано. Духи не знают усталости. Давай. Я слышал зов. Правильный. Дело сделано. Лук на рожь. Хреначте. Кто-то пришел на помощь, смотрите-ка. Никто не уйдет. Дабу. В бой. Да. Давай. С нами, мать земля. Давайте, хреначьте. Достиг. Лохтаругар. За честь. Лохнарош. Никто не уйдет. Вот так вот. Час пробил. Наш город напали. Никто. Да вот эту бейте в первую очередь-то. Займемся этим. Потом уж будем освобождать и тому подобное. В бой! Никто не уйдет! Час пробил! Хм. Да. А где ты, блин? Хм. Чего желаете? Я слышал зов. Лохтаругар. Давай. Никто не уйдет. Да. Духи не знают усталости. Куда это ты собрался? Час пробил. Враги напали на город наших союзников. Надвигается буря. На. Займемся этим. Дабу. Че надо, хозяин? Хорошо. Пушки нужны, нужны пушки. Да-да. Так. Нужны виверны. Так, тут-то мне как вам помочь? Они к вам все время ходят и ходят. О,
Так-то, по идее, надо с пушками приходить, тоже с катапультами с этими. Моя жизнь принадлежит Орде. На наш город напали. Чего приказано? Дело сделано. Дело сделано. Что надо, хозяин? Моя жизнь принадлежит Орде. Хорошо. Да. Что надо, хозяин? Локтар Угар. Да. На наш город напали. Сделаю. Угу. С удовольствием. Что надо, хозяин? Сделай! Моя жизнь принадлежит Орде. Давай. Умри! Блин, прорвались. Сейчас мы будем исправлять это. Вот. Зул'джин будет отмщен. А, с катапультой, вон они чё. Падла. Готов к алу. Дело сделано. Чего хочешь? Враги напали на город наших союзников. Зул'джин будет отмщен. Да-да, что надо, хозяин? С удовольствием. Готов к алу. Дело сделано. Локтар Угар. За честь. Враги напали на город наших союзников. Готов вкалывать. Я вождь. Волчья тропа ждет. Да. Чего хочешь? Готов вкалывать. Сделаю. Давай. Наше золото пока в безопасности. Что надо, хозяин? Чего хочешь? Нужно золото. Ну вот оно и есть же золото. Да-да. Да. Нужно золото. Ждет. Давай. Дело сделано. Дело сделано. 70-80. Хорошо. Угу. Чё надо, хозяин? Да. Займёмся этим. Дело сделано. В бой! Час пробил. На, ух ты. Смотрите как. Где ты? А что это нужно? У меня команда номер 4. Там еще катапульты делаются. Должны делаться. Делаются. Так, это мы сюда прошли. Дело сделано. Локтар Угар. Ну-ка давай. Чего хочешь? Сделаю. Да. Да-да. Угу. Нужно золото. Много. Хорошо. Говори, вождь. Нас атакуют. Я вождь. В бой! Ты поймал ее. Враги напали на город наших союзников. Духи не знают усталости. Блин. О,
Никто не уйдет! Правильно. Займемся этим. Так. Что нужно? Ясно. Дело сделано. Сделано. Вот Таругар. Только скажи. Нас атакуют. Дело сделано. Я вождь. За честь. На. Займемся этим. Я вождь. Говори, вождь. Лок Таругар. Только скажи. Я вождь. Так. Да. Займемся этим. На. Нас атакуют. Что нужно? Наш город напали. Говори, вот Таругар. Скажи. Говори, пусть и не знают усталости. Вот так. Немедленно. Вот Таругар. Так. Говори, вождь. На. Взять его. Вы не сможете починить. Не знает усталость. Не успеете. Что нужно? Я вождь. Нет, не, не, вот сюда давай. Что нужно? Только скажи, не знаю, кто стал. Вот ты. Хреначьте. Говори, вождь. Займемся этим. Духи не знают усталости. Лок, что нужно? Ну-ка, давай. Еще залп. Враги напали на город наших союзников. Я вождь. Лок Таругар. Дабу. Враги напали на город наших союзников. Займемся этим. Лок Таругар. Так, ну-ка, сохраним. Духи не знают усталости. Хм. За честь. Займемся этим. Что нужно? Давайте. Для начала нам их надо вывести, вынести сначала. Говори, вождь. Блин, эти адские гонщики тоже бесячие. Чего прикажешь? Духи не знают усталости. Тестинго. Так. Теперь вы. Нужно золото. Нужно золото. Да. Угу. На наш город напали. Да. Вы-то чё? Нас атакуют. Сделай. Бездельничайте. Кто-то был? Чё надо, хозяин? Ну, кто-то хотел появиться. Моя жизнь принадлежит Орде. Ты дебил. Чего хочешь? У меня вот новый есть. К полету готов. Итак, я не помню, сохранял или нет, но давайте пересохраню.
Займемся этим. Итак, наша цель вот здесь. Ой-ой-ой, как мы его долго будем утузить сейчас. О, блин, тут еще стоят. Принадлежит орде. Духи не знают усталости. Хозяин? Займемся этим. Духи не знают усталости. Дело сделано. Я вас. Вот теперь. Духи не знают усталости. Займемся этим. Охренеть. На. Хозяин, враги напали на город наших союзников. А? Духи не знают. Давай. Усталости. Даже ухом не повел. Хозяин? Глоктар! Ну, это дерево пилит нормально. Че надо, хозяин? С удовольствием. А вышку еще одну. К полету готов. Да. Хорошо. А кто у меня стоит? Чего хочешь? Да? Чё надо, хозяин? Нужно золото. Враг в небе. Давай. У нас действительно будет сейчас жестокий бой, блин. Да, я вижу. Дело сделано. Вот что мне надо. Что у меня тут по деньгам 16 тысяч? Дело сделано. Говори, вождь. Мне нужен... Угу. С удовольствием. Ты. Хорошо. Я знаю, что я сделаю. Здесь нельзя строить. Я выведу их всех на чистую воду, нахуй. Что надо, хозяин? Угу. Что надо, хозяин? Чего хочешь? К полету готов. Хорошо. Все. Нам, надеюсь, больше вы не придете. Так, что у меня? Духи не знают усталости. Чего прикажешь? Зак-зак! Займемся этим. Враги напали на город наших союзников. И я вождь. Так, нужно еще одного. Враг в небе. Давай. Прилетел. Локтар-угар. Вот вы будете отряд номер 3. Дело сделано. Вы будете отряд номер 4. Локтар. Табу. Локтар. Ждем. Да. Угу. Да-да. Нет, вот здесь вот пушки построим. Они облегчат нам задачу-то.
сделано. А еще только одного, да, можно? Давай. Че надо, хозяин? Готов вкалывать. Хорошо. Наш город напали. Глупо. Чего хочешь? А я у тебя смерть. Дело сделано. Сделаю. Займемся этим. Да. Да? Да. Бабу. Блин, блинский. Еще два демона там, которые мне мешать будут все это время. Так. Дело сделано. Что надо, хозяин? Хорошо. Не знаешь точно, где эти пушки пригодятся нахрен. Духи не знают усталости. Хозяин, Глоктар! Демоны уже появились. Наш город напали. Враги напали на город наших союзников. Чего хочешь? Ундабу! Ох ты, быстро как? Враги напали на город наших союзников. Смотрите-ка, стаптывают все-таки мои пушки. Дело сделано. Че надо, хозяин? Чего хочешь? Че надо, хозяин? Угу. Чего хочешь? Хочу еще одну пушку. Сделаю. Угу. Хорошо. Давайте, вот не зря же все-таки поставил столько пушек. Пока дело шел по ним. Сделано. Да. Готов. Насколько хватит моей наглости, давай. Нет, не здесь. Угу. Хорошо. Да. На наш город напали. Дело сделано. Че надо, хозяин? Сделаю. Сохранить. Тар-угар. Давай, доделывай. Дело сделано. Нас отживают. Двигается буря. Вот так. Гром, ты должен пойти со мной. И куда же ты собрался вести меня, мальчишка? Блин, он сейчас еще будет разделяться. Вот вот свершится наша судьба. Теперь наш повелитель лорд Монорох. Кто? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Трал, ты всегда считал, что демоны испортили наш народ, но это лишь часть правды. Мы по доброй воле отдали себя Дренору. Я и другие вожди
Мы пили кровь Монороха Трал. Мы сами навлекли на себя это проклятие. Ты такое с нашим народом по доброй воле? Время убивать. Займемся этим. Табу. Давай. Прям сделал усталости. Угу. Чё надо, хозяин? Да-да, дело сделано. Хозяин, умри. Локтар Угар. Смелее, мой юный друг. Духи не знают усталости. Давайте, гасите его. Кто сказал, что будет легко? Немедленно. Правильное решение. Давайте. Духи не знают усталости. Да. С удовольствием. Успевай строить. Угу. Враги напали на город наших союзников. Лотар Угар! Мою старые кости! Стой, не двигайся! Смелее, мой юный друг! Дело сделано! Наш герой мертв! Вот так вот, вот и пушечки пригодились, самый последний момент, конечно! Не повезло тебе, братишка! Враги напали на город наших союзников! Духи не знают усталости! Я вождь. Никто не уйдет. Займемся этим. Лотар Угар. На. Что-то я не пойму. Дело сделано. А почему так вышло? Давай, давай. Табу. Да. В бой. Я вождь. Займемся этим. Никто не уйдет! Табу! Лохтар Угар! Приказание. Духи не знают усталости. Займемся этим. Не повезло тебе, братишка! Что за... Нужно золото. А чё, у меня золота нет? Да вроде нормально, пока таскают. Говори, вождь. Вот и хреначьте его. Моя жизнь принадлежит орде. 43. Жду приказаний. Смерть врагам орды. Враги напали на город наших союзников. Или что, мне сначала здесь надо все растоптать, разбить? Че надо, хозяин?
понять не могу. Чего вы так таскаете это медленно? Да. Хорошо. Нужно золото. Давай, подождем. Сейчас еще отсюда будем золото таскать нахрен. Нас атакуют. К полету готов. Враги напали на город наших союзников. Наш город напали. Падла. Готов вкалывать. С удовольствием. На наш город напали. Надвигаются напали на город наших союзников. Зак-зак. Готов вкалывать. Че надо, хозяин? Хорошо. С удовольствием. Они все еще долбят. Враги напали на город наших союзников. К полету. Так, а что сделать-то надо? Заключите душу в камень духа, принесите камень и магический круг, наверное, камень духов. Камень здоровья. Камень духа. Враги напали на город наших союзников. А, вот что надо было сделать. Займемся этим. Да. Да, бля, мой юный друг. А где у меня этот дереволаз-то, который дерево-то достает? Нас атакуют. Я понять не могу, что вы там забыли вообще. Вы идиоты, блин! Настолько тупые создания, что ли? Слотаруга, мой юный друг. Охренеть. Нас атакуют. Локнарок. Я с нами, мать земля. Нас атакуют. Займем эти старые кости. Да. Итак, ну-ка давайте-ка вот. Враг в небе. Лохтар-угар! Никто не уйдет! Надвигается буря. Да. Вот так, так надо было сразу так сделать, нахрен. Я вождь. А не сиськи мять. За честь. Блин, я только тут все расстроил, нахрен. Дело сделано. Ну ладно, что теперь? Нужно золото. Это я что сделал? Не, ни хрена.
Чё надо, хозяин? Унтабу! Моя жизнь принадлежит Орде. Займемся этим. Да. Готов вкалывать. Душа зло, все, блин. Да. Чего хочешь? Сделаю. Чё надо, хозяин? Готов? Да-да. Угу. Сделаю. Вот так. Враги напали на город наших союзников. А там птички же у меня есть. Так что вам полегче будет. Говори, вождь. Ну, что тут прошлись, он. Как мамай нахрен. За победу! Давай! А чё ты не атакуешь? Атакуй! Разум прояснился. Прости. Прости. К черту слезы. Сейчас ты должен помочь мне спасти наш народ. Монорох. Мы должны встретиться с Монорохом в каньоне. Тогда пойдем. Мне не терпится встретиться с этим ублюдком. Влить этого ублюдка. Как предсказуемы, орки. Я знал, что ты придешь. Раб, нацепивший одежду вождя. Я вижу, ты привел с собой могучего Грома. Его кровь принадлежит мне, так же, как и весь ваш жалкий народ. Как вот он мог подкрасться, такая махина нахрен? Тоже мне Тор. Смело и безрассудно. Интересно, а где он? Бабу себе найдет такую, нет такого уже монстра, как и он сам. Или чё? Мальчишка верит, что тебя еще можно спасти. Но он не знает, что за огонь сжигает твою душу. Вы не можете отречься от самих себя. Прячетесь за маской законов. Но сердцем вы понимаете... что мы одинаковы. Зарубил Монороха. Классно. Свобода.
рассеивается. Как странно, холодеет тело. Огонь демонов угас в моих жилах. Я освободился. Я свободен. Нет, старый друг, от любви, от вражды и от молвы. Нас всех. Вот и кампания орков закончилась. Ну, закончилась. Начинается кампания эльфов. Ну-ка, я должен быть прав. Да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!